Друзья, всем добрый день! Сегодня воскресенье, 21 июля 2024 год. Вот столько печенек, они такие мягкие, такие вкусненькие у нас осталось. Это Игорь покупал второй раз. Первый раз он покупал, кажется, позавчера. Там у нас же семья из трех человек. Мы посчитали, у нас было по 4 штучки, по 4 печененки. А в этот раз у нас получилось по 6. И тут, похоже, дочь, только твои остались. Но тут еще есть мое и у папы чуть-чуть. В общем, они такие сладкие, такие нежные. Вот апельсинка одна осталась. И вот чай с мятой и со смородиной. Сейчас я заварю заново и будем пить вкусный, полезный чаек со сладостями. А почему? Иногда это нужно себе позволять. Фрукты полезны для организма, и сладости тоже иногда можно.